Вы смотрите видео об отеле Neptune Mare, старое название Mad Blue Jenadi, Antalya Beach. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Neptune Mare, старое название Mad Blue Jenadi, Antalya Beach, расположен в стране Греция в регионе Родос и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 70 километров от аэропорта Родос, 300 метров от центра поселка Гимнади. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один открытый бассейн, прачечная платна, обслуживание номеров, сейф на ресепшн платна, 38 евро, неделя, сезон 2013. Беспроводной интернет в лобби, парковка. В номерах есть индивидуальный кондиционер, холодильник платно, душ, балкон, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из Double Room с Sea View, 20 квадратных метров, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть дартс бесплатно, теннисный корт бесплатно с жестким покрытием, акваэробика бесплатно, анимация бесплатно, дневная и вечерняя анимация, 6 дней в неделю, бильярд платно, аэробика бесплатно, гимнастика бесплатно, йога бесплатно. Также бесплатно доступны снорклинг. За дополнительную плату имеются водные виды спорта. Для детей есть один бассейн, детская площадка, в ресторане детское кресло, вход в море песчано-галечный пологий, на пляже зонтики, шезлонги платно, песчано-галечный через дорогу с неактивным движением, широкая открытая береговая полоса, пляжные полотенца не предоставляются. Год постройки гостиницы – 1992. Год, когда был сделан последний ремонт – 2007. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.